Всем привет, посылка, не знаю я что это, по Алиэкспрессу. У меня нету по трек-коду по отслеживанию этих посылок. У меня есть пришла новая почта, и тут новая почта, вот, DHL. Короче, я не знаю, что это, честно. Сделал я, правда, несколько заказов на Гирбесте. Магазин тоже Гирбест есть такой, китайский, кто знает, кто нет. Вот есть подозрение, что это от него пришли посылки, но с такой скоростью я даже и не ожидал, если это оно. Да, да, ребята, это оно. Датчик для умного дома Xiaomi от Aquara, производитель. Что это? Что это? Что это? ZigBee. Для, то есть, работы со шлюзом. Ссылочку оставляю, делал я обзор краткий по этому умному дому, что к чему, переходите, смотрите, интересно все и классно. И главное, что вот эти вещи идут качественные и миниатюрные, смотрите. Датчик открытия двери окон, датчик вскрытия. Вот такой. Прошлый был закругленный, этот вот такой более квадратный. Ну, блин, класс. Вот эта миниатюрность мне больше всего нравится. И главное, что... Вот магнитный геркончик липнут. И главное, что батареек вот этих, которые... Давайте я вскрою, вам покажу сразу. Установлены в датчиках, в данных вот, работающих по ZigBee. Этих батареек хватит на годы работы. Понимаете? Здесь не нужно менять... Там каждые полгода крону покупать хорошую, как на других датчиках, которые на других сигнализациях, которые работают по радиомодулю и требуют питания хорошего. Здесь вот батареечка 3-вольтовая Panasonic CR1632. Ну и, судя по отзывам, люди говорят, что годами не требуется замена, понимаете? И все работает, работает классно и адекватно. Вот что значит. Так, это одна из посылок. И второе, я так понял, то же самое, тоже такой же конверт. Почему они одной посылкой не отослали, не знаю. Ссылку, кстати, на Gearbest я оставлю. Заходите. Почему именно на Gearbest заказал, а не на Алиэкспрессе? Потому что вот эти датчики именно по умному дому все это дело стоило дешевле в два раза там, чем на Али. Так, вот так даже. Вот так даже. Даже накладная есть, ребята. Переходите, регистрируйтесь. Та же самая процедура, что и на Алиэкспрессе. Совсем недолго. Нормальная там поддержка. Ответственные люди работают без всяких вопросов. Вот, это датчик движения. Датчик движения тоже работает по ZigBee со шлюзом. Это уже датчик движения от Aquara для Xiaomi с ножкой. Первые датчики Xiaomi-овские шли просто без кронштейна. Данные датчики уже идут с кронштейном. То есть можно установить это все на кронштейне. И где хотите подвесить на потолок, на стену и менять область работы именно этого датчика. Вот, показываю вам самые, ну, самые большие батарейки. Я видел, по крайней мере, пока вот в этих датчиках движения. В тех датчиках, что у меня есть, батареечки поменьше идут. Так, тут прокручиваем, открываем крышку. И вот такая здесь батарейка у нас находится. Вот. Panasonic CR2450. Тоже 3-вольтовая. Видите, все классно, все аккуратно и все качественно сделано. Посмотрел только что я информацию о доставке. Значит, все это дело получил я за 10 дней. Это, в общем-то,
в последнее время рекорд. Я так понял, там есть выбор отправки несколькими почтами. Вы можете там заказать почту Нидерландов. Есть платная доставка, там около заплатить доллар, около $2. Несколько есть способов доставки. Выбирайте бесплатная почта доставки, экспресс, кажется, метод. И вот будут DHL отсылать до страны, а уже в стране, в нашей, новая почта принимает, и уже на месте вам тут дает новая почта. Так что с Гирбеста тоже можно заказывать. В общем-то, без всяких вопросов. Еще идет кое-что по умному дому с Гирбеста. Когда придет, обязательно покажу вам, сделаю видеообзор. Датчики буду подключать, и уже будет у меня видео отдельно, когда я подключил эти датчики, как они работают, где я их установил, сценарии, которые на них я составил. Все это вам покажу. На сегодня все. Ссылочки оставляю. Кстати, на Гирбесте тоже можно покупать с кэшбэком. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. С кэшбэком покупать еще дешевле. Ссылки оставляю в описании к видео и в комментариях. Переходите, регистрируйтесь и экономьте на своих покупках. Всем удачи, до следующих видео.